Вася и Саша жестково нуждаются в нашей помощи. У мальчиков аутизм. С сентября ребята должны пойти в специальную школу реабилитационного центра. Там с детьми будут заниматься по АВА-терапии. Это единственная надежда увидеть прогресс в развитии. На обучение необходимо собрать 600 тысяч рублей. О том, как помочь, расскажем в сюжете. Ваза! Великолепно! Вася и Саша Жесткова – жизнерадостные и задорные мальчики. Любят гулять, купаться и кушать вкусные угощения мамы. Ребятам 8 и 9 лет, они уже тянутся к знаниям. Однако пойти в школу, даже коррекционную, не могут. У Васи и Саши аутизм. Поведение никак у нормотипичных детей. Мы выходим из, например, из пекарни, и нормотипичный ребенок, он встанет и будет ждать маму. А мои дети, они выходят и идут сами по себе, то есть в разные стороны. Вот, и приходится... Ну, тяжело, то есть одного держишь за руку, другого кричишь, что иди сюда. Ну, вот с этим очень большая проблема. С трудностями семья столкнулась еще в раннем детстве, когда пришло время пойти в садик. На тот момент у Саши и Васи отсутствовала речь и наблюдалось проблемное поведение. Психиатр поставил диагноз. В коррекционном саду прогресса не было. После долгих поисков мама мальчиков узнала про реабилитационный центр, в котором занимаются по ABA-терапии. Это единственное спасение для ребят. Елена Жесткова и сама получила необходимое образование и стала высококлассным специалистом центра. Это мама, которая вызывает у меня восхищение. Я считаю, что это мама, которая заслуживает медали и ордена. У нее умер муж, и она одна воспитывает двух непростых детей. И каждый раз, когда речь заходит о Елене, у меня всегда наворачиваются слезы, потому что я правда считаю, что этот человек просто герой. Сейчас мальчики занимаются подготовкой к школе в реабилитационном центре. 1 сентября должен прозвенеть их первый звонок. Но это важное событие произойдет только с нашей помощью. На обучение нужно собрать 600 тысяч рублей. Хоть речь у Саши и Васи так и не появилась, прогресса от занятий уже есть. Без реабилитационной школы дети так и не смогут стать максимально самостоятельными и адаптированными в жизнь. Перечислить средства можно по реквизитам, указанным на экране. Больше информации на сайте Русфонда и нашей телерадиокомпании. И Кислицын Александр Решеткин, Вести, Татарстан.